Друзья, всех приветствую. Прошлые выходные я нашел платный водоем. Водоем мне понравился, съездил, посмотрел. Там в основном карп и щука. Мне очень понравился, он очень большой. Вот. Но, к сожалению, ни одного карпа я там не поймал. Я за 3 года, сколько я рыбачу, поймал карпа, наверное, всего лишь один раз. То случайно на удочку в водоеме поближе к своему городу, на кукурузу. Там он прям кишил, скажем так, и удалось мне его поймать. Здесь же водоем намного больше, он огромный. Я поехал вечером, перед 1 мая. Погода была идеальная, был полностью штиль. У меня было всего 2 поклевки. Но, к сожалению, ни одну я не реализовал, я отвык. Ловлю в основном на спиннинг и на активную снасть по зиме. И поэтому привыкаешь, что как чуть поклевочка, сразу надо дергать. К сожалению, с карпом так не работает. Надо ждать, пока он полностью не уйдет в плавок под воду надолго. Вот. Пообщался со знакомыми карпятниками, которые увлекаются карповой рыбалкой, с ребятами. Вот. Взял несколько советов. Из снастей у меня было с собой 1 удочка, 1 спиннинг. Вот. И был еще вот такой спиннинг. Он идет до 18 грамм. К сожалению, ну, я сделал из него просто удочку на дальний заброс, скажем так. Но не получилось у меня. Во второй день погода уже подпортилась, был сильный ветер, поднялся, это во вторник было, это было, наверное, 30 апреля. Вот. Не было поклевок на удочки на моей, но зато я вытащил щукенцию зубастую клыкастую на спиннинг, вот, на мой ультралайт. Ну, было прикольно, еще сосед мне отдал карпа. Замариновал, сделал, вообще просто супер. Сегодня я попробовал проанализировать с товарищами свои ошибки и решил из спиннинга сделать что-то наподобие фидера. Купил оснастку, кормушку 20-граммовую, оснастку под фидер. Катушка у меня 2500, Дайва Ниндзя. Вот. И я не буду использовать 18-граммовый спиннинг. Взял у товарища палочку, взял, по-моему, до 30 грамм. Сейчас посмотрим, я ее еще не открывал. Сейчас все это дело переоснастим и попробуем сегодня на фидер поймать. Ну, естественно, поставлю еще одну поплавочку и буду ловить на спиннинг. Вот. Щука сейчас болеет, вот, она отнерестилась. Ту, что я поймал, она как-то странно, там было немного, совсем немного икры в ней. То есть она, наверное, еще все не отметала и отреагировала на приманку. Вот. Но было прикольно, конечно, не спорю. Вот. Спиннинг намного длиннее, чем мой, сантиметров, наверное, на 30. Спиннинг Катана Шимана. Сейчас скажу, сколько грамм. До 30, по-моему, мне товарищ говорил. Не могу найти, где это написано. Да, 10-30 грамм. Сейчас перекину катушку сюда. Одену оснастку под фидер. Взял на всякий случай 2 комплекта, запасную еще. Посмотрим, что из этого выйдет сегодня. Я первый раз ловлю вообще на фидерную оснастку. Никогда не ловил. Мою палочку разберем, здесь лежит в багажнике автомобиля. Мешаться она не мешается. Купил колокольчики.
и запасную кормушку. Кормушки 20-граммовые. Купил прикормку для карпа. Ну, она, я так понимаю, базовая идет. Без всяких вкусов. А на крючок буду сажать кукурузу. У меня с прошлого раза осталась кукуруза с запахом клубники. Run away with me tonight. Life isn't meant to compromise. Don't say it's time to say goodbye. Set foot on another path. No point in turning back. I'll just keep dancing in the dark with you. Why can't we stay this way? Never feel the same. Make mistakes, I'll take the blame. Never giving up on you. Gonna break the ties and have fun tonight. Leave it all behind, so just hold me tight. Carry me away. Так, сюда, насколько я помню, ставится кормушечка. Из рассказов продавца. Ну вот, в принципе, оснастка готова. Кормушка и отводок с крючком. Крючок мы сейчас чуть-чуть подзагнем. Я люблю подзагибать жало чуть-чуть в сторону. Возможно, это, конечно, моя придурь. Возможно, нет. Но я подзагибаю. И, кстати, покупал несколько раз японские крючки. Они тоже с подзогнутыми жалами. Чуть-чуть, чтобы он в сторону торчал. Так, все, мы оснастку собрали. Да, достаточно тяжелая история получается. Но 30-граммовик, я думаю, вполне справится себе. Так, запасную историю тоже спрячем. Колокольчик не забыть. Ну все, в путь, ни хвоста, ни чешуи, и встретимся на водоеме. Thank you.
Dance by the water neath the Mexican sky. Drink some margaritas by a string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? Come on.
Тел спина. Сошла. Сделал карпа.